Молитва веры, включая символ веры, не просто слова на бумаге. Она представляет собой духовную практику, позволяющую верующим укрепить свою связь с Божественным. Когда верующий произносит эту молитву, он углубляет свою веру и общение с высшей силой. Символ веры, известный также как Никейско-Константинопольский символ, служит единым свидетельством веры для христиан в разных частях мира. Этот текст объединяет верующих, независимо от их культурных и религиозных различий, подчеркивая их общую веру в христианство. Символ веры, включая его текст и значение, служит знаком единства христианской общины. Независимо от конфессии, христиане могут признать и использовать этот символ как выражение своей общей веры в Бога и Иисуса Христа. Это подчеркивает важность символа веры в современном христианстве. Слушая молитву ежедневно по 12 раз, вы соединяетесь с Богом Иисусом Христом, который и дарует вам веру, надежду и вечную любовь и спасение. Знайте, что я Бог ваш, Создатель мира вашей души, мира теплоты и забот друг о друге, и пусть не будет у вас другого Бога. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, который от Отца родился прежде всех веков. Свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, что через Него все произошло. Он для нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес и воплотился от Духа Святого и Марии Девы, и стал человеком. И распят был за нас при Понтии Пилате, и страдал, и погребен. И воскрес на третий день, как было написано. И вознесся на небо, и сидит одесную Отца. И снова придет во славе судить живых и мертвых, и царству его не будет конца. И у Духа Святого, Господа Животворящего, что от Отца происходит, что ему с Отцом и Сыном одинаковое поклонение и одинаковая слава, говорившая через пророков. В единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Признаю одно крещение для прощения грехов. Жду воскресения мертвых и жизнь будущего возраста. Аминь. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, который от Отца родился прежде всех веков. Свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, что через Него все произошло. Он для нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес и воплотился от Духа Святого и Марии Девы, и стал человеком. И распят был за нас при Понтии Пилате, и страдал, и погребен. И воскрес на третий день, как было написано. И вознесся на небо, и сидит одесную Отца. И снова придет во славе судить живых и мертвых, и царству его не будет конца. И у Духа Святого, Господа Животворящего, что от Отца происходит, что ему с Отцом и Сыном одинаковое поклонение и одинаковая слава, говорившая через пророков. В единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Признаю одно крещение для прощения грехов. Жду воскресения мертвых и жизнь будущего возраста. Аминь. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, который от Отца родился прежде всех веков. Свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, что через Него все произошло. Он для нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес и воплотился от Духа Святого и Марии Девы,
и стал человеком. И распят был за нас при Понтии Пилате, и страдал, и погребен. И воскрес на третий день, как было написано. И вознесся на небо, и сидит одесную Отца. И снова придет во славе судить живых и мертвых, и царству его не будет конца. И у Духа Святого, Господа Животворящего, что от Отца происходит, что ему с Отцом и Сыном одинаковое поклонение и одинаковая слава, говорившая через пророков. В единую, святую, соборную и апостольскую Церковь. Признаю одно крещение для прощения грехов. Жду воскресения мертвых и жизнь будущего возраста. Аминь. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, который от Отца родился прежде всех веков. Свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, что через Него все произошло. Он для нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес и воплотился от Духа Святого и Марии Девы, и стал человеком. И распят был за нас при Понтии Пилате, и страдал, и погребен. И воскрес на третий день, как было написано. И вознесся на небо, и сидит одесную Отца. И снова придет во славе судить живых и мертвых, и царству его не будет конца. И у Духа Святого, Господа Животворящего, что от Отца происходит, что ему с Отцом и Сыном одинаковое поклонение и одинаковая слава, говорившая через пророков. В единую, святую, соборную и апостольскую Церковь. Признаю одно крещение для прощения грехов. Жду воскресения мертвых и жизнь будущего возраста. Аминь. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, который от Отца родился прежде всех веков. Свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, что через Него все произошло. Он для нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес и воплотился от Духа Святого и Марии Девы, и стал человеком. И распят был за нас при Понтии Пилате, и страдал, и погребен. И воскрес на третий день, как было написано. И вознесся на небо, и сидит одесную Отца. И снова придет во славе судить живых и мертвых, и царству его не будет конца. И у Духа Святого, Господа Животворящего, что от Отца происходит, что ему с Отцом и Сыном одинаковое поклонение и одинаковая слава, говорившая через пророков. В единую, святую, соборную и апостольскую Церковь. Признаю одно крещение для прощения грехов. Жду воскресения мертвых и жизнь будущего возраста. Аминь. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, который от Отца родился прежде всех веков. Свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, что через Него все произошло. Он для нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес и воплотился от Духа Святого и Марии Девы, и стал человеком. И распят был за нас при Понтии Пилате, и страдал, и погребен. И воскрес на третий день, как было написано. И вознесся на небо, и сидит одесную Отца. И снова придет во славе судить живых и мертвых, и царству его не будет конца. И у Духа Святого, Господа Животворящего, что от Отца происходит,
что ему с отцом и сыном одинаковое поклонение и одинаковая слава, говорившая через пророков. В единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Признаю одно крещение для прощения грехов. Жду воскресения мертвых. И жизнь будущего возраста. Аминь. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, который от Отца родился прежде всех веков. Свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, что через Него все произошло. Он для нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес и воплотился от Духа Святого и Марии Девы, и стал человеком. И распят был за нас при Понтии Пилате, и страдал, и погребен. И воскрес на третий день, как было написано. И вознесся на небо, и сидит одесную Отца. И снова придет во славе судить живых и мертвых, и царству его не будет конца. И у Духа Святого, Господа Животворящего, что от Отца происходит, что ему с Отцом и Сыном одинаковое поклонение и одинаковая слава, говорившая через пророков. В единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Признаю одно крещение для прощения грехов. Жду воскресения мертвых. И жизнь будущего возраста. Аминь. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, который от Отца родился прежде всех веков. Свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, что через Него все произошло. Он для нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес и воплотился от Духа Святого и Марии Девы, и стал человеком. И распят был за нас при Понтии Пилате, и страдал, и погребен. И воскрес на третий день, как было написано. И вознесся на небо, и сидит одесную Отца. И снова придет во славе судить живых и мертвых, и царству его не будет конца. И у Духа Святого, Господа Животворящего, что от Отца происходит, что ему с Отцом и Сыном одинаковое поклонение и одинаковая слава, говорившая через пророков. В единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Признаю одно крещение для прощения грехов. Жду воскресения мертвых. И жизнь будущего возраста. Аминь. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, который от Отца родился прежде всех веков. Свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, что через Него все произошло. Он для нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес и воплотился от Духа Святого и Марии Девы, и стал человеком. И распят был за нас при Понтии Пилате, и страдал, и погребен. И воскрес на третий день, как было написано. И вознесся на небо, и сидит одесную Отца. И снова придет во славе судить живых и мертвых, и царству его не будет конца. И у Духа Святого, Господа Животворящего, что от Отца происходит, что ему с Отцом и Сыном одинаковое поклонение и одинаковая слава, говорившая через пророков. В единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Признаю одно крещение для прощения грехов. Жду воскресения мертвых. И жизнь будущего возраста. Аминь. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.
и у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, который от Отца родился прежде всех веков. Свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, что через Него все произошло. Он для нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес и воплотился от Духа Святого и Марии Девы, и стал человеком. И распят был за нас при Понтии Пилате, и страдал, и погребен. И воскрес на третий день, как было написано. И вознесся на небо, и сидит одесную Отца. И снова придет во славе судить живых и мертвых, и царству его не будет конца. И у Духа Святого, Господа Животворящего, что от Отца происходит, что ему с Отцом и Сыном одинаковое поклонение и одинаковая слава, говорившая через пророков. В единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Признаю одно крещение для прощения грехов. Жду воскресения мертвых и жизнь будущего возраста. Аминь. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, который от Отца родился прежде всех веков. Свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, что через Него все произошло. Он для нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес и воплотился от Духа Святого и Марии Девы, и стал человеком. И распят был за нас при Понтии Пилате, и страдал, и погребен. И воскрес на третий день, как было написано. И вознесся на небо, и сидит одесную Отца. И снова придет во славе судить живых и мертвых, и царству его не будет конца. И у Духа Святого, Господа Животворящего, что от Отца происходит, что ему с Отцом и Сыном одинаковое поклонение и одинаковая слава, говорившая через пророков. В единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Признаю одно крещение для прощения грехов. Жду воскресения мертвых и жизнь будущего возраста. Аминь. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, который от Отца родился прежде всех веков. Свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, что через Него все произошло. Он для нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес и воплотился от Духа Святого и Марии Девы, и стал человеком. И распят был за нас при Понтии Пилате, и страдал, и погребен. И воскрес на третий день, как было написано. И вознесся на небо, и сидит одесную Отца. И снова придет во славе судить живых и мертвых, и царству его не будет конца. И у Духа Святого, Господа Животворящего, что от Отца происходит, что ему с Отцом и Сыном одинаковое поклонение и одинаковая слава, говорившая через пророков. В единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Признаю одно крещение для прощения грехов. Жду воскресения мертвых и жизнь будущего возраста. Аминь.